Всем привет! Иду сейчас в метро, поднимаюсь по эскалатору, поднимался. Ноги устают. И уже в конце усталость. А мысль в голове. Мышцу прокачал. Все. Боль свидетельствует о том, что я в тонусе держу свой организм. И мой организм работоспособен. Потом приходит другая мысль. Если бы я так не подумал, на это место засела бы мысль: о, как я устал, о, как болят ноги, о. Вот так вот, ребята. Если вы не думаете позитивно, вы будете думать негативно. Мне кажется, тут третьего не дано. Ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал, задавайте свои вопросы, получайте ответы, практические рекомендации. И можете присылать темы, по которым вы бы хотели, чтобы мистер Тонус высказал какие-то мысли. Пока.